Привет, друзья! Курганмашзавод опубликовал кадры сборки российской боевой машины пехоты БМП-3. Показан не весь процесс сборки, но некоторые его эпизоды видны. Модернизированные БМП-3 оснащены средствами маскировки накидка, снижающим заметность машины в оптическом, тепловом и радиолокационном диапазоне. Добавлен современный прицел Садема, наводчик оператора машины. Для усиления защиты машины получили дополнительные броневые экраны и решетки. Возможно, установлена динамическая защита на основе новых элементов 4S24. Ранее мы о них рассказывали. Корпус БМП алюминиевый. После сборки машины проверяют на полигоне. Стрельба орудий, работа механизмов и герметичность машины показана в конце видео. Сколько БМП собирается в месяц, неизвестно. Изучив данные, по моему мнению, это около 20 новых и примерно 15 машин модернизируется. Сейчас завод нарастил темпы производства. Завод работает круглосуточно. Скорость сборки БМП возросла в 2,5 раза. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.